Даже во время обычной прогулки по лесу с питомцем могут случиться опасные приключения. 16-недельная Зелла, активная и любопытная собачка, на очередной прогулке неожиданно пропала из виду. Случилась эта история в Дэниелсоне, США. Перепуганные хозяева принялись искать любимицу, и, к счастью, поиски не заняли долгое время. Они услышали жалобный лай из старого высохшего колодца. Их любопытная Зелла упала с высоты чуть больше 2 метров. Колодец был слишком узким и глубоким, и малышка была не в силах выбраться самостоятельно. Хозяева сразу связались со спасателями, доставать пленницу приехала целая пожарная бригада. Многие местные пожарные обучены спасению с помощью веревочного оборудования, и это был как раз подобный случай. Один из пожарных спустился на веревке в колодец, чтобы вызволить собаку. Процесс спасения прошел успешно. Через полчаса после всего пережитого стресса, перепуганная, но счастливая Зелла обнималась с пожарными, благодаря их за спасение. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.